Эстрадным вокалом Даша Листратова начала заниматься в 4 года. Тогда еще никто не мог предположить, что из маленькой девочки вырастет настоящая звезда. За 12 лет Дарья успела принять участие во многих престижных конкурсах и фестивалях, где неоднократно становилась призером и лауреатом первой степени. Первый мой конкурс – это был «Парус надежд». Сначала он проходил в городе, где я заняла лауреат первой степени. Потом поехала на область, и в категории 11-13 лет я взяла лауреат первой степени. Это была первая моя награда, и после чего я начала ездить по другим городам и занимать разные места. А этой осенью Дарья приняла участие в финале международного проекта «Салют талантов» в Санкт-Петербурге, где стала лауреатом второй степени в номинации «Эстрадный вокал» в своей возрастной категории. На суд-жюри Даша представила патриотическое произведение «Баллада о красках». Я, в принципе, довольна своим выступлением, получила огромный опыт, услышала мнение от жюри, над чем мне стоит работать и что мне больше нужно развивать в себе. Для Даши попасть в суперфинал конкурса – повод для гордости. В международном проекте смогли принять участие только лучшие из лучших – обладатели дипломов лауреата первой степени. На фестиваль съехалось более 1000 вокалистов, инструменталистов, хоровых коллективов со всего мира. Все они боролись за призовой фонд 500 000 рублей. Что такое конкурс? Это развитие. В любом случае, соревновательная часть и дальнейший какой-то потенциал внутренний, какой-то взрыв, скажем так, после конкурса всегда есть толчок к дальнейшему, к дальнейшему успеху. На этом достижении солистка останавливаться не собирается. В следующем году Даша планирует вновь отправиться в Санкт-Петербург, чтобы стать первой и забрать главный приз. Ирина Вышегородцева, Артемий Глазков, Владимир Лисик, служба новостей, Саров-24.